Вы смотрите программу «Сахалин сегодня», и мы продолжаем. На острове создали Совет ветеранов СВО. Его назвали «ЗЕВС». Аббревиатуру следует расшифровывать как «За единство, веру, свободу». На встрече с губернатором Валерием Лимаренко его участники обсудили ключевые задачи и направления работы. Объединение ветеранов – одна из основных задач Совета. Предполагается, что вместе они будут взаимодействовать с другими общественными организациями, региональными и местными властями. На встрече подняты вопросы снабжения и обучения бойцов, трудоустройства и социализации ветеранов. Те люди, которые сегодня на передовой, идут в атаку. Те люди, которые формируют резервы. Те люди, которые восстанавливают новую территорию. И те, кто находится в глубоком тылу, я имею в виду, вот мы здесь, Сахалин, одна семья. Совет будет функционировать по всей области. Идет работа по созданию в районах местных отделений.